Мої вітання в ефірі «Дієві особи». Тема сьогоднішньої програми «Шкільна форма. Обираємо правильно». А у гостях Віра Юрченко, комерційний директор підприємства «Діловий стиль». Доброго вечора, пані Віро. Добрий вечір. Незабаром почнеться новий навчальний рік. Які нові цікавинки ви можете запропонувати нашим школярам і їхнім батькам? Ну, в цьому році відмічаються нові тенденції в школьной форме, поэтому мы предлагаем в этом году. Если говорить о моделях, то у мальчиков как бы основной цвет в этом году считается синим, поэтому большинство родителей приходят и просят у нас костюмы синего цвета. Это могут быть костюмы в клеточку, это могут быть однотонные костюмы, но все равно предпочтение отдают синему цвету. У девочек остается как классическое направление, и в то же время в этом году такая тенденция к юбочкам или к сарафанчикам, у которых низ или сама юбочка исполнена в форме полусолнца или так называемой трапеции. То есть вот это как бы такие основные требования, которые хотят видеть родители. То есть они хотят, чтобы какие-то элементы модной одежды обязательно были отражены в школьной форме. А от ви берете участь у багатьох виставках, наскільки я знаю. А де найближчим часом можна буде побачити вашу продукцію? Ну, наша продукція, прежде всего, знаходиться у нас в складі магазині, який знаходиться по вулиці Байда-Вишневецького, 58. Це здання 3-ї школи і вход со двора. Об этом мы везде говорим, чтобы люди знали, куда нужно заходить. И делаем выставки-ярмарки, проводим по всей Украине. Это может быть выездная торговля по договоренности в различных городах. Кировоградской области, Киевской области, Полтавской области, Черкасской области. И с завтрашнего дня начинает действовать выставка продажи школьной формы в ТРЦ Любава. А коли? С 10 часов утра и до 19:00 на первом этаже возле фонтана будет выставлена наша продукция. А деякі зразки вашої продукції ми можемо подивитися прямо зараз у нашому слайд-шоу. Пані Віро, скажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу при виборі шкільної форми? При виборі шкільної форми потрібно звертати увагу на те, щоб ця шкільна форма, в першу чергу, була удобною для дітей, тобто і для мальчиків, і для дівчат. Друге умови для того, щоб вона була удобною, була практичною, и ребенок себя комфортно чувствовал, она должна быть выполнена из более натуральных тканей. Мы в своей коллекции используем или натуральные ткани, то есть там идет 45% шерсти или хлопка, или идет смешанная ткань. Но больше всего, конечно, мы используем смешанную ткань. Поэтому это одно из самых главных условий, которое должно выполняться при выборе школьной формы. Ну и немаловажное тоже значение имеет, нравится ли она ребенку эта форма или нет. То есть если она не нравится, то абсолютно нельзя заставлять ребенка одевать эту школьную форму, потому что все равно он ее носить не будет.
А вот за вашей спиной зараз зразки вашей продукции, можете про них трошки розповісти? Могу. Если обратят внимание наши телезрители на школьную форму, которая находится за моей спиной, то это образцы единой школьной формы. Мы сейчас идем по тому пути, что предлагаем многим школам именно во всей Украине, ну это мы больше захватываем центральный регион, восточный регион, южные регионы, и предлагаем единую школьную форму для того, чтобы не было различия в материальном отношении между детьми, для того, чтобы она как-то дисциплинировала детей в школе, и для того, чтобы они чувствовали, что они действительно пришли в школу. И школы – это единый коллектив. Поэтому мы стараемся, чтобы эта школьная форма несла как можно меньше затрат со стороны родителей. Она была экономически выгодной, но и в то же время она подходила большинству детей. Поэтому мы выбрали как эконом-вариант, это жилетку. Жилетка может быть вот у нас, например, двух типов. То есть она может быть с разными отделками. Основной цвет черный. Но для того, чтобы как-то эта форма играла и не была такой тоскливой, мрачной, и более как-то оживила ее, мы делаем отделку. То есть это отделка в клеточку. Клеточка может быть серо-бордовая, вы видите, на жилеточке. И клеточка может быть черно-белая. Значит, приобретая такую жилетку, родители покупают, как правило, у нас галстук. Галстук не носят каждый день, но они его одевают на праздники. Или проходят какие-то соревнования, олимпиады. Для того, чтобы выставить, допустим, какую-то команду, то уже дети одевают вот эти галстучки и выглядят все однообразно. К этим жилеткам мы предлагаем юбочки и брюки. То есть из той же ткани могут у нас выбирать юбочки и могут выбирать на мальчиков брючки. Но если родители не имеют такой возможности, или у них уже есть в наличии та же юбочка или те же брючки, то они могут их у себя оставить и приобретать только одну жилетку. Таким образом, когда детки одевают эту жилетку, одевают галстук, и темный у них низ, то есть черного цвета юбочка или брюки, тоже все детки выглядят все равно однообразно. Там, где жилетка вот идет с бордовой клеточкой, значит, эта жилетка имеет классический стиль. Там, где жилетка идет с черно-белой клеточкой, она универсальная. Она одевается на сторону мальчика и девочку. То есть она вот там двубортная, если вы обратите внимание, там ее можно застегивать на одну сторону и можно застегнуть на другую. Таким образом, вообще, вот, допустим, начальная школа может быть одета просто в одну жилетку. И как вариант идет трикотажная жилетка синяя, вы ее тоже видите там на экране. Она чем хороша? Тем, что она трикотажная, то есть она растягивается, имеет свойство растягиваться. В состав и уходит 45% шерсти, это проверено, 45% шерсти. Вот единственный ее недостаток, что в ней жарко весной и осенью. То есть тогда, когда на улице еще тепло, то в этой жилетке жарко. А на зиму она, конечно, просто превосходна. Я так розумію, ви підтримуєте єдину шкільну форму, так? Да. А чи часто замовляють вам форму школи? Да. З кожним годом у нас становиться все більше і більше заказів. У нас сейчас такая горячая пора, что мы просто не успеваем. Даже в день мы проводим по два выезда, мы ездим на выездную торговлю по две школы в разных регионах Украины. Потому что люди уже попробовали сначала демократичную, так сказать, одежду. Начали дети ходить и в джинсах, и в кроссовках, в каких-то футболках, шортах и так далее. Что, конечно, не очень нравится и учителям, и родителям. Поэтому, когда мы предлагаем единую школьную форму, то они на это соглашаются. Тем более, я уже говорила, какой вариант. То есть он получается и эконом-вариант, и достойный вариант. Поэтому они предлагают нам приехать и одеть их детей в единую школьную форму. А вот часто батьки навязывают свой смак о выборе формы, навіть як дітям не подобається, так вона, як знайти компромісний варіант, щоб вона всім подобалася, і батькам, і дітям? Ну, коли вот вони, якщо говорити о єдиній школьній формі, то її вводять не, як вам сказати, не в приказному, так сказати, плані. Тобто це проходить довгий путь того, щоб прийти к єдиній школьній формі. Починати це треба не пізніше, чим январь місяць. Тобто ми приїжджаємо, проводимо презентацію в школі,
показываем свои варианты школьной формы, модели, какие у нас есть. Потом это обсуждается на общешкольном родительском собрании. Потом обсуждается среди учеников, актив школы обязательно обсуждает и педагоги. И вот когда они приходят к единому мнению, что да, вот этот вариант нам подходит, мы хотим, чтобы вы одели детей в единую школьную форму, тогда мы уже проводим замеры и начинаем прошивать с тем, чтобы к лету уже этих детей одеть в единую школьную форму. То есть, если они этого не хотят, то этого никто делать не будет. Если это касается единичного случая, что вот, допустим, мама привела ребенку, ребенку не нравится эта школьная форма. У нас очень профессиональные продавцы, они где-то подскажут, где-то идут на компромисс, поменяют модель, помогут маме, уговорят ребенка. И таким образом приходят к единому мнению. А я нагадую, в ефірі програма «Дії особи». Тема сьогоднішньої програми – «Шкільна форма. Обираємо правильно». В нашій студії Віра Юрченко, комерційний директор підприємства «Діловий стиль». А, пані Віро, а такий момент психологічний. Чому дітям взагалі корисно ходити до школи у шкільній формі? Но я уже остановилась немножечко на том, почему им необходимо ходить в школьной форме. Потому что это их первый деловой костюм. Они понимают, что они уже пришли в школу, что детский сад закончился. И это если мы имеем в виду первоклассников. Старшеклассников это тоже дисциплинирует. Те дети, которые уже готовятся к выпуску, они должны понимать, что в будущем они пойдут работать в какие-то офисы, в учреждения. И тоже там нужно соблюдать какой-то стиль одежды. Мы сейчас много видим заправки, автозаправки, любая какая-то торговая сеть, какое-то заведение. Мы заходим, банк тот же, и там все люди находятся в единой форме. То есть какие-то атрибуты, галстучки, шевроны, блузки, жилеты и так далее. Но все в единой форме. Вот. И это отличает вот как бы это заведение. Поэтому я считаю, что это тоже очень хороший вариант именно единой школьной формы. Я чому хотів на цьому питанні зупинитися, тому що багато хто вважає, що шкільна форма пригнічує дитячу індивідуальність. А у вас есть какие-то контраргументы щодо цього? Есть, конечно. Які? Абсолютно никакую индивидуальность она не принижует. Почему? Потому что тут можно, допустим, избрать, если это не единая школьная форма, то тут вообще вариантов множество. То есть можно выбрать любую модель, которая отвечает деловому стилю. Это может быть любая форма юбки, блузки, жакета, жилета и так далее. У нас очень много вариантов. Мы одеваем и худеньких детей, и стандартных, и полных. То есть абсолютное множество этих вариантов. Если же это единая школьная форма, то опять-таки мы говорим, что единый должен быть только жилет. А блузка, юбка, там брюки, они уже могут играть. Та же девочка, когда холодно, она тоже может под эту жилетку одеть брюки. Брюки могут быть абсолютно разные, и зауженные, и прямые, классические, и та же юбочка, и в складочку, и полусолнце, и трапеция, какая угодно может быть. То есть абсолютно никакой тут... А дітям треба багато рухатися, особливо дітям меншого віку. От як ви враховуєте вікові особливості дітей? Ну, мы говорили уже об единой школьной форме, вы видите юбочку в складочку. Вот именно это тот вариант, когда девочки могут двигаться спокойно, они любят кружиться, они крутятся. Эта юбочка у них как солнышко вокруг них. Жилетка, она тоже дает волю, так сказать, деятельности и движению ребенка, потому что она так движение не сковывает, как пиджак. В пиджаке трудно поднять руку, трудно сидеть. Особенно после летом детям очень тяжело носить эту одежду. А жилетка, пожалуйста, она расковывает ребенка, они бегают, двигаются, поднимают руки как угодно. Если старшеклассники, то они уже столько не двигаются, конечно. Мы им предлагаем уже более, допустим, прямой вариант юбочек, если это девочки. Ну, если мальчики, там обычная классика, брюки, ну, они могут менять, конечно, тенденции, если это модные, там какие-то зауженные брючки. Если это классика, то, значит, прямые брючки, никаких там ограничений нет. А от часто кроватка є важливим аксесуаром шкільної форми. Не будемо говорити, в якій школі, але зобов'язали дітей носити червону кроватку одного розміру. Але не всім дітям вона пасує і по кольоровій гамі, і по зросту. От що робити в цій ситуації? Ну, я вважаю, що в цій ситуації, прежде всього, потрібно якось скоректувати розмір
этого аксессуара. То есть, если это маленькие детки, то галстучек должен быть короткий. Вот вы видите у нас, что галстучек идет коротенький, если это маленький ребенок. Если это уже подросток и взрослый ребенок, значит, уже галстук должен быть гораздо длиннее. То есть, в зависимости от роста человека и в том числе ребенка, должна быть длина этого аксессуара. Ну, а цвет, конечно, я так думаю, что, может быть, надо было бы как-то разделить, может быть, девочек и мальчиков. Потому что, может быть, не каждому мальчику понравится ходить с красным галстуком. Вот. И не каждой девчине, может быть, такой же. И, да, и не каждой девчине. Ну, может быть, как-то так. Вот. Ну, а то, что такой аксессуар присутствует, то это очень даже неплохо. Потому что, опять-таки, я говорила, какие-то бывают праздники, какие-то соревнования, команды и так далее, где нужно вот это обязательно, чтобы все дети выглядели вот одинаково, и у них был какой-то аксессуар. А зараз набирає популярності український орнамент як елемент одягу. Чи є у вас щось подібне у вашому аксесуарі? Є, звісно. Ми цей момент ніяк не обійшли. Во-первых, у нас в асортименті дуже широкий вибір українських вишиванок. Вони дуже хорошо сочетаються і підходять к школьній формі. Тобто це ніяк не відражається на діловому стилі. Це перше. Второе, у нас есть отдельно блузки, просто на девочек не вышиванки, а именно блузки с вышитым орнаментом. И есть в этом году мы, новшество у нас такое, то есть это тоже модель новая на девочек. На сарафанчике такая вышита, вышит цветочек, виточка такая красивая. И на пиджачке, то есть когда ребенок одевает, это абсолютно не выделяется никак. Серого цвета вышивка сделана, но это очень красиво и стильно. А чи можна замовити ваш одяг за допомогою інтернету? Можна, звісно. У нас є два сайти. Вот, названня сайту я можу, звісно, сказати. Ну, www.forma.sk.ua і www.forma.ub.ua. Вот, так що, хто хоче, може обратитися на наш сайт. Там є всі наші телефони, там є фотографії. Презентации школьной формы, то есть все, что необходимо, могут найти. И нам по телефону заказывают школьную форму. И плюс заказывают через интернет. То есть у нас есть своя электронная почта, туда приходят заказы, мы отвечаем людям и делаем рассылку новой почты. А за останній рік статки наших громадян навряд збільшилось. А чи подорожчала школьная форма? Школьная форма подорожала однозначно. Потому что не подорожать она не может. Подорожали ткани, подорожала очень сильно фурнитура и тоже электричество, которое необходимо для прошивки школьной формы. Но не настолько, насколько, допустим, подорожала у нас вся продукция. То есть и продукты питания, и вещи. То есть у нас в среднем подорожание прошло, ну я даже вот скажу, как бы в гривне, от 20 до 50 гривен на изделие. А чи буде форма дешевше, якщо купляти її оптом? Да, однозначно. Якщо форма дешевле, і ви хочете у нас приобрести оптом, мінімум 15% скидки на опт. А які знижки і акції у вас діють? У нас в цьому році дуже хороші акції проходять. Во-первых, ми приглашаємо к нам всіх первокласників. Всі первокласники, 10 бігбордів у нас по місту розставлено, і там прописано, що каждый первоклассник, который приходит к нам в склад-магазин, для девочек бантики мы дарим, для мальчиков галстучки. Но помимо этого у нас еще большая распродажа школьной формы коллекции прошлого года. То есть там цены остались те же или они еще проходят более за низкими ценами. И плюс тем посетителям, которые приобрели форму на сумму больше 300 гривен, то есть начиная от 300 гривен, есть отдельная стоечка, на которой находятся 5 вещей. То есть мы каждый день туда подвешиваем 5 новых вещей. Они могут за 20 гривен приобрести еще какую-то вещь дополнительно. А перед вами находится такой интересный флайер, красивый. Можно про него несколько слов сказать? Можно, можно, конечно. Я уже про него и забыла. Это вот такое приглашение, которое мы раздаем по школам города, когда проводим презентации. Запрошение для первоклассников. Оно именное. С обратной стороны написано школа, класс, фамилия, имя ученика. И на 3 года, если к нам приходит ребенок с таким приглашением, мы делаем скидочку
на 5% на все изделия, которые у нас приобретаются. Так что у нас очень много таких посетителей, которые приходят с этим приглашением, вспоминают его один раз в год, но оно их потом очень даже выручает, и им приятно, когда они приходят, и мы им делаем такую скидочку. Дякую. Останнє запитання. Якщо дозволите, якою ви бачите шкільну форму майбутнього? Давайте пофантазуємо. Ну, тут действительно нужно пофантазировать, потому что школьная форма будущего, ну как мы ее видим, во-первых, она должна быть прежде всего натуральная, наверное. Как можно больше процент должен быть, наверное, шерсти, больше хлопка. Но я бы сказала, может быть, даже предпочтение бы отдала трикотажной форме. Почему? Потому что она еще более пластична, еще более подвижная, скажем так. Она дает детям больше движения. Но единственное, что она, в отличие от этой формы, она может быть менее ноская. Вот, потому что она имеет свойство пеленговаться, то есть скатываться, может быть, где-то садиться. Но вот в Прибалтике, например, отдают предпочтение именно этой форме. Потому что она, ну, скажем так, более удобная для детей. Наша форма более ноская, потому что наши родители стирают даже пиджаки. І носять його по 2-3 роки. Я бажаю вам, щоб наша форма була такою, щоб її було приємно носити. Дякую за участь в нашій програмі. Спасибо. Це була програма «Дієві особи». Ми говорили про шкільну форму, як правильно її обирати. В нашій студії була Віра Юрченко, комерційний директор підприємства «Діловий стиль». Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить.